Царю небесный, утешителю души сильный, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, селися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами. Не дай нам уклониться ни влево, ни вправо, Господи, на сурогах следовать по окровавленным стопам Твоим. Научи нас пребывать всегда в истине Твоей. Тебе слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Христос воскрес! Были две проповеди было. Вчера была проповедь в субботней службе, и сегодня были проповеди. Давайте попытаемся, ну для тех, кто был вчера на службе, попытаемся вспомнить, что же было в проповеди, что запомнилось, какие слова из этой проповеди для вас были ключевыми. О чем была проповедь? Ну, первый вопрос. Подзабыли уже. О промысле Божьем. Так? Да, брат? Да. О промысле Божьем. Ну и что там говорилось в этой проповеди? Какие слова-то главные-то были? Хорошие. Конкретные. Хорошие это хорошие, непременно. Потому что это слова Иоанна Златоуста. И слова Священного Писания. Нередко мы можем услышать, да меня вот бес попутал, потому я и согрешил. Так бывает, да? Нередко услышим мы такое. Вот в этой проповеди как раз и говорилось о том, что мы не должны обвинять кого-то, а прежде всего должны думать о себе, что мы согрешили, что мы виноваты. Дальше к вам слово. Да? Что вам сказать? Напоминаю, что сегодня заговорен Петров пост. В этом году не повезло нам. Пост 5 недель будет. Да. Без одного дня 5 недель. До 12 июля. Как раз и Петров день выпадает на воскресенье. В этот день у нас намечается крещение. Будет. Если живы и здоровы будем, угодно будет Господь, то будет так. Вот. Ну, следующее, значит, я буду через воскресенье. Готовьтесь к исповеди. Кто, значит, желает поисповедаться, причаститься. Ну, что еще сказать вам? У нас все там живы, здоровы все. Пока сев продолжается. Со слезами, говорится, сеет и слезами поливаем. Ну что, все старая техника, только это начало.
Ломается все это, трещит. Это верно. Помоги, Господи. Новый трактор купить. 2,5 надо лимона. Это самый дешевый какой-то. Какой нужен, самый дешевенький. Это 2,5. Простенький. Простенький, простенький. ХТЗ такой-то. Простенький, чтобы блок сеялку таскать. Все, это 2,5 надо. Вот так вот. А прошлый год прошел, за прошлый год ни рубля до дохода не было, потому что зерно убрали плохое, и сейчас вот немного там что-то продало, не знаю, за коде принимают, обещали по одной цене, говорили, по 11 будет 50, а когда отвезли, говорят, по 8, говорит, только будет рублей. Вот и все. Значит, да, что ты, куда жаловаться пойдешь, потому что все элеваторы, они, кажется, приватизированы, и у них там все, говорится, договоренность, да. Какую цену установили, такая и будет. А где ты пойдешь проверять? Пойдешь, вообще не примут тогда, вообще не будут принимать. Позвонят туда-сюда, скажут, такой приедет, вы ее не принимаете. Ну а куда тогда? Побьешься и придется вываливать вообще в яму. Ой. Вот такое. Значит, ну ничего, все равно, сеять. Значит, это содержит, что что-нибудь вырастет и убирать будем. Все. Ко мне какие вопросы еще? А по дороге? Игнатий Ильич говорит, что-то там дорогу совсем большие грузовики разломали. Где ездили дороги, здесь нет дороги. Виктор Николаевич на мотоцикле ездил, проверял. Там разбили, говорит, колеи такие, да, полметра больше глубиной. То есть с осени земля была очень влажная. Нападал снег сразу. То есть земля, скажем, не промерзшая была, талая земля. И весна вся такая влажная была. Поэтому, а грузовики ходили тяжелые там, эти трактора К-700, там такие, говорит, колеи понаделали, что в полроста человека. Будет, только можно на К-700 проезжать. Поэтому мы ездим, сегодня у нас ездят через Урывок, через Шарщину, Урывок. От Ребрихи, то есть у нас, когда выезжаем, поворачиваем налево, это прямо туда идет. Через Шумилиха будет, потом Шарщина. На Урывок и через Урывок, да, проезжаем. От Подстёбного не проехали, да? Нет. Ну, может быть, можно там где-то как-то проехать это. То есть опыты. Ну, ты, может, проедешь еще. Николай Полевой больше еще проехать. Пора рейсовый вертолет пускать. Вот. А так у нас вещь, там приезжает, кто если частенько по таким дорогам не ездит, то даже они на Нивах и то застревают. Поэтому нет. Да. Или через Корчино можно, с другой стороны, через Буканку, через Корчино, тогда можно пройти, там сухая дорога. Насколько дальше? Ну, если надо, то здесь уже за ценой не стоят. Насколько? Дальше до 50 километров. Это всего ничего, кого это? По асфальту 50 километров. Это. Вот так. Вот еще какие вопросы? Комаров? Комаров? Достаточно. И очень много. Кажется, долгие годы такого не было нашествия. Но это и передают по новостям там эти службы, которые... Была очень благоприятная, говорит, обстановка для насекомых. Осень была такая, что и весна. Это, говорит, бывает там несколько лет только раз такое количество насекомых. Очень много. Скотину очень донимает, скотину мучает. Вот что. Ну а так ничего, мы-то что, мы привыкшие там, сел. Но у нас комары они такие, не как в городе. В городе мы маленькие и какие-то такие они очень это. Злые, вредные. То еще не долетело, уже, как говорится, уже кровь пьет, еще на лету уже кровь пьет. А у нас нет, у нас комары-то большие, там такие желтые. Он сядет, пока он топчется где-то, на него время можно приплопнуть. Жирные такие у нас, рыжие. Потому что с котом питаются. Вот так, поэтому так. Насекомых хватает. Как будет вот лагерь-то, это ребятишки, вот это будет очень это. Да. Ну сейчас вот жара будет сильно, может быть в жару здесь они немножко притихнут. Обещает сильно это потепление, жара будет. Вот. А так сильно очень донимает. Так, еще что? Ничего больше? А?
Ничего нет ко мне, ну надо сказать. Ну все, продолжай. Спасибо, Господи, батюшка. Спасибо, Христос. Да мне не нужно что-то. Да, конечно. Тебе больше вопросов, чем я. Так вот, вспомнили, о чем была проповедь вчера. Ну и я полагаю, что должны сожалеть о том, что не слышали такой хорошей проповеди. И она златоуста проповедь. О промысле Божьем. А промысел Божий заключается в том, чтобы мы, каждый из нас, был спасен. Вот в чем промысел Божий, в чем домостроительство Божие это заключается. Любовь Божия к нам, каждому из нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Центральный стих всей Библии. Библия в миниатюре. Евангелие от Иоанна 3:16. И сегодняшнее евангельское чтение. Помните, о чем было? О чем евангельское чтение? Ну, говори. Ну, запомнилось самое то, что самое прекрасное в этой жизни, что есть, это сердце сокрушенное, смиренное, покаянное. Вот это запомнилось. Ну, это из проповеди уже, да? А да. Я говорю, вот само евангельское чтение. Я подумала проповедь. Я подвожу к тому, что вчерашнее событие, вчерашнее богослужение увязывает с сегодняшним богослужением. Идите и благовествуйте. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня. Достойны мы креста? Не почтили его вчера, не пришли на богослужение. Вознести славу имени святому. Достойны мы? Недостойны, потому что не только мать или там, дочь или отца или сына. А что у нас более важно? Земля более важна. Дела наши. Не успеваем мы. Уже мы сколько раз говорим. Иди, не успеваешь, иди в храм. И успеешь больше. Вот я хочу увязать эти два события, вчерашнее богослужение и сегодняшнее. Но еще раз напоминаю, литургия начинается с вечера, в субботу. Поставьте себе рубеж. Вот этот рубеж дальше я не пропущу, не отойду от этого рубежа. Как говорили во время войны. Дальше выступать некуда, за нами Москва. А за нами что? Погибель. За нами спасение. Впереди может быть только погибель, если мы будем двигаться по этому ложному пути. Мне бумерангом вернулась статья, которую я дал читать одной из сестер. Она мне сегодня предложила прочитать ее всему собранию. Я посмотрел, думаю, есть хорошие мысли, но тут все как бы вот не очень-то увязывается с тем, что мы должны, к чему мы должны стремиться. То есть здесь нет речи о богодухновенности, наших деяниях, нет увязки с промыслом Божьим, опять же. Но тем не менее, я хочу хотя бы выборочно сказать, прочитать из этой статьи, для чего? Для того, чтобы поучиться, как нужно с позиции Священного Писания, с позиции верующего человека оценивать то, что мы перед нашими глазами имеем. Что может оказаться перед нашими глазами? Академик Ваиль Казначеев. Ну, с его трудами я давно знаком. Там многое у него и паранормальные, и параномальные всякие явления там изучаются, и все это. Спасти усталую нацию еще не поздно. Главные наши ценности – здоровье, образование и духовность. Почему русские вымирающие нации? Как сделать народ здоровым и счастливым? Ответы на эти вопросы – знает известный врач, академик Российской академии медицинских наук Ваиль Казначеев. Ваиль Петрович, все помнят слова Ломоносова о том, что могущество России будет прирастать Сибирью. Но в последние годы Сибирь вымирает быстрее, чем Россия в целом. Снижается благосостояние людей, продолжительность жизни. Выходит, ошибся Ломоносов? Ответ. Сибирь всегда была полигоном для решения общероссийских проблем. Здесь труднее выжить,
больше стрессов, которые у России еще впереди. Поэтому происходящее сегодня в Сибири завтра произойдет в России. Живущие за Уралом люди – это усталая нация. Смертность в полтора раза выше рождаемости. Пенсионеров на четверть больше, чем молодежи. Каждый второй брак распадается в первый год. Пятая часть всех браков стерильна, то есть не рождаются дети. Усталая нация больше болеет, не доживает в среднем 12 лет. Люди меньше любят родину и друг друга. Не умеем лечить? Что произошло с народом, который во второй половине 20 века ехал в Сибирь не за длинным рублем, а для реализации патриотических замыслов? Бам! Ответ «бам» – это историческое явление, так же, как заводы в Комсомольске-на-Амуре. Да, сюда ссылали, но сюда и ехали в радостном стремлении построить новую жизнь. Я сам участник и свидетель тех событий. А сегодня в Сибири лишь 20% молодых могут найти работу по специальности. Остальные вынуждены искать случайный заработок, уезжать на Запад или деградировать. Усталая нация не способна самостоятельно развивать доставшуюся ей территорию. Вот почему мы отдаем залежи полезных ископаемых иностранцам, которые привозят с собой иные традиции, религию, культуру. При том, что у нас больше половины населения с высшим образованием, а применить его для улучшения жизни не можем, выходит, мы превратились в нацию образованных болтунов? Вопрос. Это результат неправильного человекопользования. Главной ценностью государства должны быть здоровье, образование, духовность, творческое развитие народа населения. У нас же государство самоценно. Чиновников стало в 4-5 раз больше, чем при Сталине. Значит, человекопользование неэффективно. Отдав себя во власть валютного глобализма, народ разрушается. Ведь транснациональным корпорациям нет дела до того региона, в котором они зарабатывают прибыль. Народ, оказывающийся во власти валютного глобализма, закономерно болеет. А лечить его мы не умеем. Но ведь у нас одна из сильнейших медицинских школ в мире. Традиции земских врачей многоточие. В принципе, я думаю, достаточно, потому что здесь вот фраза мне больше всего, так сказать, такая. Выходит, мы превратились в нацию образованных болтунов. Вот это еще один из болтунов, только под повыше академик. Потому что все это без Бога. И вот эта духовность, здоровье, образованность. Да без Бога ничего мы не достигнем. Что да. Значит уставшая нация? Что она имеет в виду уставшая? Очевидно. Это требует ответа. Кто ответит на этот вопрос, сестры? Почему уставшая нация? Ну? Вот когда идешь по улице, такое состояние, как будто люди, как будто они вообще как зомби. Они сами в себе, огорченные, и такие нерадостные, и у них уставшее состояние такое от всего, что происходит, и они не могут ни реализовать, потому что они не слышат, потому что они не слышат голос Господа. А я говорю вам, радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. Поэтому можно радоваться, когда есть Бог. И я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я еще хочу продолжить. Я иду как раз, ну, в Троице, я поздравляю, говорю, с Троицей. А женщина остановилась у нас в подъезде, ну, такая же возраст, как я, говорит, ты мне скажи, а вот Троица, это что значит? Ну, я давай объяснять. Нет, а ты мне скажи, что вперед? Пасха или Троица? Ну, я тоже объясняю. А она потом стоит и говорит, ну, я объяснила, она говорит, ну, нисколько ты, вот как точно Игнат Тихонович мне сказал, говорит, как про солнце-то вот объяснять, я объяснила это по Троицу. Она говорит, ну, нисколько ты меня не убедила, вери. Вот так вот прямо мне так стоит, так ногой вот еще так это. И потом говорит, и вообще, что это за религия, это христианство, что это такое, довели нас до такого состояния. Я стала, думаю, я что это, целых полчаса я объясняла, а она мне такое выдает. Оказывается, у нас была правильная религия, была языческая, были всякие такие. Я говорю, так это же демонам поклонялись, это же вы поклонялись, они поклонялись созданием рук человеческих, это же... И она стоит и дала поклонство, она говорит, ну и хорошо,
Вот на все у нас был Бог. Бог, который помогал сеять, Бог, который помогал выращивать. И давай мне такое, я стою, думаю, ну вот какие же, я с такими демонами еще вот не встречалась, понимаете, в человеке. Это такое обольщение, это такое, а спрашивает про Троицу, объясняю. А оказывается, она вообще, у нее мнение-то, что вообще у нас религия христианская, ее надо убрать. И даже вообще это все неправильно. Почему у нас все происходит и падение России? Из-за этого, что у нас религия, правильную нужно принять. Вот эту языческую вернуть. Вот она мне что за... Вот продолжение этой темы. Я хочу сказать вам, что буквально на днях я услышал по радио под «Серебряным дождем» или «Серебряный дождь». «Серебряный дождь», да. Вот там такая информация была. Между собой разговаривают ведущие этой передачи. И одна из этих ведущих говорит, вот вы знаете, вышел закон, брат, юриста мы сейчас спросим, вышел закон о том, что будут наказывать людей, которые Бога объявляют мифом. И за вот такие выражения, за такие слова даже могут осудить. Да. Причем это исходит, конечно, от... Нет, от... Да, от церковной иерархии. Это начало-то оттуда идет. Так вот, как бы это как раз подтверждает конкордант власти и церкви. С властью. Мы, власть, мы вам, а вы нам, что называется. Защита христианской веры называется. И тут же этот второй ведущий говорит, так в пору уже надо ставить вопрос о защите прав неверующих. То есть, ну, правильно же возникает вопрос. Почему? У него есть это свободное право выражать свои мысли. Бог-то поругаем не бывает. Мы, если не можем убедить, если мы не идем благовествовать, потому и такие возникают мысли, но, стало быть, такими путями-то нельзя же действовать. Мы только добьемся обратного. Можно еще сказать? Да. Такие люди, как этот Михалков наш, на виду он там такие посты занимает. И он заявляет, что, значит, в фильмах... Никита Михалков, там, Никита который Михалков, режиссер. Да, что допустимо, значит, допустимы матерки в этих вот в произведениях, в фильмах там. Да. Это я такой человек брать. Заявляет такие вещи. Что это нормально, ну, что они должны быть. Без них мы не можем выявить, значит, произведение, показать, характеризовать людей и прочее, прочее. То есть он это доказывает на таком уровне. То есть он какой-то там главный вот в кино у нас. Кто, скажите? Он режиссер. Он главный режиссер, но он объединение режиссерское он возглавляет. А если он возглавляет, ну это, если в такой инстанции такое говорится, то о чем тогда речь? Какая мы не усталая, мы вообще не, мы вообще умирающие. Умирающие, не то что усталые. Слышал о таком законе? Есть закон об оскорблении, наказание за оскорбление чувств верующих. И под это, вроде как говорят, можно подвести многое. Но это был закон принят после того, как случилось в храме Христа Писи Спасителя. Это... Да. Писи, как он правильно называется? Ну, не надо называть. Да, Мария Яковлевна. Сестры и братья. Я всех вас люблю. Благодарю вас за молитвы, как когда вы молились за меня и молитесь. Благодарю вас всех и желаю вам всем тоже здравия, чтобы вы никогда не болели. Благодарю за то, что меня сохранил Господь после операции. Слава тебе, Господи, слава тебе, истинному Христу. Помоги вам, Господи, всем. Рекомендую, мы вас тоже любим, молим, молились и будем молиться. Спасибо, и молимся. Господи, всех. Только ваше пожелание, оно такое вот несбыточное, чтобы все не болели и не умирали. Господь помог всем вам. Что есть человек, как цвет полевой. Пройдет над ним ветер, нет его, место его уже не узнает его. Да, да. На этой неделе предстоящей у нас будет большое событие, ну, для нашей общины, по крайней мере, большое событие, потому что мы благодаря промыслу Божию имеем
среди нас, и впереди нас, и с нами, и дай Бог еще многое лето, чтобы с нами пребывал наш староста, дорогой наш Игнатий Тихонович. Проповедуем ему многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Самое время рассказать о планах. Я начну с другой стороны. У нас новый человек сегодня здесь. Я попрошу его рассказать, откуда он, с какой целью появился, почему мы разрешили быть среди нас. Пожалуйста, только громко говорите, чтобы я слышал. Всем мир. Я Ложкин Андрей Сергеевич, 27 лет, с Мурманской области. Пока еще действующий военнослужащий, но вот уже через месяц буду уволен в запас. Родом я со Свердловской области, так, ну, живу в Екатеринбурге. Так, уверовал я через канал YouTube, смотрел ваши видеоролики все, ежедневно на службу прихожу, смотрю ваши видеоролики. Вот это года уже два продолжается, два или два с половиной. Вот этот отпуск я решил, что поеду к вам сюда для более духовного своего спасения. И специально заказал билет в Барнаул, чтобы приехать, познакомиться с вами со всеми, ощутить всю реальность. Видео это, конечно, хорошо, но в реальности это более полное. И ощутил здесь все, увидел, познакомился со всеми. Приняли очень хорошо, поработал, накормили. Слава Господу. Не дай Бог. Надо поработать потом. Поесть. Ну, вроде все. Вопросы задайте какие? Можно вопрос? Почему оказался? Скажите, пожалуйста, вот вы в армии, да, говорите, еще действующие, а там вам так вот позволяют в интернете смотреть вот такие передачи и веровать? Ну, офицер. Я дома. А, дома. Да, я офицер, звание старший лейтенант. На службу прихожу, время есть. 27 лет, какой же? Ну, говорит, действующий. Андрей, как ты? Они что ли? Как удалось увольняться? Уволиться? Нет, я долго шел к этому, год целый, когда по окончанию контракта. Как бы мне никто не хотел сначала увольнять, потому что офицеров не выгоняют из армии. Не отпускают, вернее. Да, не отпускают, держат двумя руками, поэтому... Пришлось уже надавить, чтобы меня оттуда отпустили. С командиром уже беседовали, со всеми со мной беседовали. Я сказал, все, нет. Какой мотив тогда основной? Ну, во-первых, с твоей стороны. Во-первых, мотивы христианские, православные. Нельзя принимать присягу, отпустить бороду. Ну, соответственно, они на эти шаги не пойдут, я сказал. Ну тогда. И еще плюс окончание контракта у меня. Подписано контракт. Да. Я говорю, не буду дальше подписывать. Все, вот эти у меня основные были христианские мотивы. Вот это и главное. Помоги Господи. Помоги Господи. Еще вопросы есть? Семья вот спрашивает, есть? Ракетные войска, артиллерия. Семейный? А, нет, холост. Все, пока ни разу не было. Все, ладно. Да тут одна деталь. Мы должны в этом году поехать, закончить прошлогоднее, что из-за машины сломалось, не получилось. Мурманск. Мы как раз из Мурманска. Это наша как раз отправная точка. Я не мистик такой, чтобы, но просто беру во внимание. Второе, о чем мы говорили. Женщина вам говорила так-то, так-то, религия. Даже она язычница говорит, и вы не понимаете, что она вам говорит. Да никакой религии-то Христос не создавал. Это религию люди создали, люди, монахи.
Они Христа не знают. Вы говорите о Христе, скажите, мы не о религии говорим. Религия – это просто совокупности, разные образы, обычаи, традиции, что говорят. Ну, этого Бог не давал нам. Людям нужен Христос. Я занимаюсь Библией вот 50 лет и плюс 3 года. И все время нахожу новое. Я где? На молитве. Наизусть я знаю, мне даже можно не читать, но я все время размышляю. И вот из раненого привез, дал 2 динария. Да какие же это деньги-то? А далее, а если что истратишь? Сверх этого, когда я возвращусь, заплачу. Я на молитве стою и размышляю, а что сверх этого-то? Ну, 2 динария – это Ветхий Новый Завет. Вот у нас Святая Библия. Это так толкуют святые отцы. А что сверх этого? Оказывается, сверх этого толкование святых отцов, которое ты должен знать. Это каноны церковные. А что, Библии одной недостаточно? Но если было бы достаточно, Христос бы сказал, апостол Павел, вначале поставил апостолов, пророков и все. Но в-третьих, учителями. И к Коринфянам, и к Ефесянам Павел дважды повторяет. Господь это установил порядок. Сначала открывается одно, дальше еще больше толкование. Даяна Златоуста окончилась? Не кончилась. Еще не дождались Симеона Нового Богослова, Исаака Сирина. Те будут говорить так, что у тебя вера отнимется всякая. Ты поймешь, я совершенно неверующий. Этих людей называли ангелы во плоти или человек на небе. Это равнозначно. Сверх этого потратишь. А что ты потратишь? Я стал перечислять в своем уме на молитве все это размышление, но оно быстро прошло. А что могут сказать сектанты? Ничего он не потратит, у него нет ничего, кроме своей ядовитой отрыжки. У него нет ничего. Толкования-то нету. А это толкует все по-разному, кормят неправильно, 2 динария тратят на себя, на свои измышления, они его не понимают. А они не могут обменять на современные рубли, эти динарии-то. Перевести на русский язык и дать-то. Вы понимаете, сколько в этом заключенный я стал думать, а я наизусть знаю больше полвека эти слова. А толкование где брали? Нету святых отцов. Но я все время задумался и просил. А что сверх этого? И как я могу употребить? А вот теперь все и раскрывается. Да я думаю, еще не до конца. Конкретно как это ко мне? И что сверх этого я получил? И не в ипотеку куда-то идти, не взаймы в еврейские банки, а то, что дал Бог. Что я накопил, какой опыт сверх того? Он-то не дал только 2 динария Библии, а теперь ты трудись в истолковании. Я возвращусь и заплачу тебе. А что, разве награда может быть такая, как апостолам? Не знаю, но согласно жития святых, Иоанна Златоуста и святого Прокла, это его секретарь, стал потом патриархом после него. И он после молился, и Господи, а где же находится Иоанн-то, которого сослали? Ну, когда был показан рай, он увидел, а его там нету. Там, видимо, какой-то обзор другой. Миллионы людей он увидел, его там нету. И он, говорит, опечалился, но сказал, кто-то, некто, ангел, его здесь нету. Только об одном, как говорится, он что сказал. Он перед престолом Триединой Троицы. Иоанн Златоуст. Значит, истратить того, что сверх этого, немаловажно. А он истратил 12 томов. Это что, сохранилось? Сохранилось. Значит, было там, может быть, не 12, а 112. Так вот это-то надо знать, что тратить. Не просто динарий, а теперь раскопай их, и что сверх этого дали. И теперь подай. Вот что в этом есть. И стоит молиться. Так это не одно место. Я однажды молился, вот, и когда спали, пришел враг человек и посеял. Я все думал на работе, никак не могу понять, что такое. Пришел домой, только руки намылил. Стало намыленное лицо, и в это время мне открылось. Мне глаза мыло щипят, а мне охота выскочить на крыльцо и кричать людям, что это такое? Что такое откровение Божие, сверх этого 2 динария? А что это такое? В виде змея, враг змей. Враг демон, который был ангелом. И наконец все, вся вражда пойдет уже в человеке, который подчиняется лукавому. Враг человек, и при том, кто домашние вам враги. И ты сумеешь это рассмотреть, о чем сегодня говорилось, кто отца больше любит. Не просто любит, а у евангелиста говорится, не возненавидит. Возненавидеть надо. Да какая же это религия? В религии этого нету. Это Христова заповедь. И когда вы это говорите, все становится на свои места. Ну, вот бывает, у барьера стоят, там по телевидению показывают, там Соловьев, другие ведут. И вот первый, кажется, выступает... Ну, во всяком случае, видимо, это не первый уже раз они. Он редактор газеты «Завтра», очень отъявленный такой коммунист, но необычно, он писатель.
Проханов Александр. Проханов, ну Проханов называют. И вот он говорит, главное, что я не нашел, вот что в литературе везде, старая литература говорила о справедливости, почему сегодня не говорят? И говорят, и видно, что он услаждается этими словами, я смотрю лицо крупным масштабом. Ну просто он знает лучших писателей, таких как этот красноярский Виктор Астафьев. Да. И в это время дают слово Жириновскому. Владимир Вольфович начинает говорить, и он от его слов ничего не оставляет, и гляжу, он как тот сникает, и все, и говорит, как правильно. И в это время имам говорит, говорит, и от этого ничего не оставляет. И показывает, что они берут только верхушку, не говоря, главное, что справедливость. Со чьей позиции справедливость? У царской России была справедливость. По отношению к кому? К своим. А что делали со старообрядцами? Как их гнобили, ссылали они... Пачками по тысяче человек сжигались. Так сейчас справедливость папская. 12 миллионов на костер возвели торквемады. И он начинает говорить, и ты видишь, да, правильно. А Господь не установил справедливость искать, тем более в отношении себя. А он несправедливо поступил. Справедливость одна. И тогда у нас ничего не останется в голове, кроме этого. Смирение. Смиренномудрие. Я принимаю все. Блаженны вы, когда будут гнать. Так несправедливо. Так, внимание. Запятая, ибо велика ваша награда. Ты зачем награду-то отбрасываешь от себя? Монахи, которые сидели, они понимали это, а гонения нет, они сами устраивали себе. Не пить, не есть, и наконец 70 дней не пил и не ел, Паисий. Христос только 40, это 70 дней. Им нелегко было. Маленькую келью, чтобы не разогнуться, согнувшись. И всю ее сделал с отверстием, чтобы продувал ветер. А другой монах, видя, что тот лучше, он приходил и делал, говорит, водный исход. То есть писал ему в этой дырочке, чтобы на него было. Чем занимались монахи? Это в житиях святых. И он ничего не говорил. У другого мураши ползают, змеи, там тараканы, он их не изгонял. А может какая-то ужалит, я пострадаю. Да ведь не об этом Бог говорил. Пусть жилище будет закрыто от дождей, от ветров, но ты иди благовествуй. И ты увидишь, как перед тобой Голгофа будет стоять. Ты не будешь думать ни о чем. Гефсиманский сад тебе покажется подготовкой, что сейчас было. Это я просто на сегодняшнее хочу сказать. Молитесь об этом. Мне есть о чем сейчас молиться. Впереди у меня так. В среду заезд в лагерь. 10-го, почему пропели много лет, видишь, это Виктор Андреевич придумал. Я сразу вспоминаю фильм «Хмель». Черкасова. Так, отцу нашему Филарету пропоем многое лето там, Калистрату. Когда начинает преследовать что-то, он сразу, пропоем. Я послушал, вы 9 раз многое прочитали, пропели. Многое лет. Если многое взять за одно, то еще 9 лет мне. Слово «многое» перевести на 1 год. Вы 9 раз повторили многое лето. А у меня отец 76 лет умер. То ничего многого-то и нет уже. А я на него очень похож. Ну, правда, отец выпивал, и на войне был, а я не был. Может быть, еще год Бог даст мне. Значит, заезжаем в лагерь. Нашлись люди, которые помогли с продуктами. Очень трудно с автобусом, так мне и не дали. Городской администрации был. Почему не дали? Все от них отняли, у них, говорит, ничего нету, только муниципальные, которые права-то перешли к частникам. И туда идите, договаривайтесь с Ерохиными, с этими. Дали телефоны, созванивались. А сейчас вышел новый указ. Дети должны в автобусах быть все пристегнуты. И имеют право вести не больше, как на 50 километров. Понимаете, они, ну как, Брежнев-то. Кто 50 лет в партии, без очереди билет можно купить. Я все это сравниваю и смотрю. И ничего нет. Сколько? На бензина нет. Наконец нашли, у кого ремни есть. А ремни-то есть, а бензина-то нету. Сколько километров? Сколько бензин высчитывают, не учитывая еще другого. И поэтому я... Говорю, у кого ребятишки есть, вы набирайте, узнайте, кто едет. А я беру груз и не будем брать на своей машине. Витя привел машину, Николай просто говорит, со слезно молю. Ты такое дело сделал, ездил, помоги до конца подправить, сколько где можно. Только не оставляйте одну без глаз, ни одной минуты. Потому что их там не, машина не ремонтирует, а уродует. И пример, вот Сергей Пупков. Взяли, что с машиной сделали. И деньги взяли, какие большие тысячи. Виктор пока здесь. Значит... Основание лагерю полагает без нас. С Москвы приезжает в среду утром, пока мы еще здесь. Вчера звонят еще с Москвы ребенка, с Воронежа. Мы про вас узнали, тут уже порешили, ну как вы до, до, к
набирайте тогда, чтобы был кто-то сопровождающий. Я умоляю, одного ребенка не посылайте. 16 лет, да 16 лет его легко провести. Он домой не вернется. Ему 3 пересадки делать только. Доехать до Москвы, дальше от Москвы в Новосибирск, с Новосибирска в Барнауле, а в Барнауле тогда только туда. Ребенок 16-летний. Не посылать. То есть у нас люди много, но они далеко. Значит, о ребенке. Это о детском лагере. Работников нету. Ну, как-то Бог даст. Уже почти отремонтировали. Там Люба пришла, и даже ребятишки откуда приходили-то? Тася Глушкова, Ника Жорина. Это те, ну, Ника-то это всегда была здесь. А те-то уехали и против. А видите, обстановка меняется. И ходят в платочках уже, и помогали. Это вот Глушкова. Там неблагоприятная была обстановка, она разбилась, уехала и всех против натравливала. А сейчас это они приезжают, уже в платочках ходят. Она пыталась наш дресс-код поломать. Ну, Господь снова нас пощадил. Вот это пока я то, что здесь взять. Дальше 12 июля крещение сказали. Сколько людей будут, не знаю. Я всем говорил, ищите там, далеко. Очень далеко. С Финляндии. С Эстонии. И, наконец, один нашел. Я нашел батюшку, который согласился меня, моченого. Я заранее только говорить, не говорить, что моченый. Если не говорить, везде можно покреститься. Ну и мое мнение надо говорить. Рано или поздно тебя будут упрекать. Батюшка скажет, я бы не стал его крестить, второе крещение, я знаю. Поэтому скажите ему. Погружения не было, погружения крещения. Нет его. Нет. А как другие таинства на венчали, а венец не надевали? Венчание – это не таинство. Венчание – это венцы надевать. И не надевают, венчания не было. Но бракосочетание – таинство. Бракосочетание – это. И поэтому мы признаем все до одного таинства Московской Патриархии. Мы не можем признавать то, где его не было. Погружение. А миропомазание – все это признаем. И вот он нашел, покрестился. А другой пишет, у меня радость-то какая. Я уехал на Афон, и там афонские монахи вышли, его в море крестили, как родного брата. С полным троекратным погружением, знаю, что я не крещенный, потому что моченый был. Видите, как разговор идет, и везде, это все должны были приехать в Потеряевку. Я говорю, такую даль ехать, но вы поищите. Поэтому приедет намного меньше, но и радостно это. Есть новые люди, и издалека хотят приехать. Сергей Козлов переехал в деревню и заснял, какой же он умница. Как его выносят, на каких растяжках. И как его кладут, и едут, и все, дорога снимает, и шофер объясняет, что это пока приехали в деревню, и как его опять на этих носилках, как заносят, там петухи, соловьи, я не знаю, то ли поют, или он напустил с других. Но красота. Это парализованный человек. Простой он переехал, он сделал такой прекрасный ролик. Я попросил его, поставь, он говорит, с удовольствием. И, видимо, сегодня-завтра он его поставит. И написано так. Бегство из городов. Там как-то вот так вот что-то такое. От цивилизации. Цивилизация. Это кто сказал? От цивилизации бегство. Виктор сказал. Да, да, да. Ты что ли? Да я сказал. Ага. Вот так. Теперь о том, о чем мы говорили-то. Кто будет к крещению, готовьтесь. Это не означает, что будете допущены до крещения. Но просто так отказов не бывает. Если вы постоянно ходили. Вот некоторые приезжала, тут сидела девушка с матерью. Да к ним еще приехала кто-то, она ему там теперь сестра матери. Мы, говорит, от роликов не отходим. Да какое же нам счастье-то, мы что увидели? Одна видела, полностью запросила в Эстонию, частями получила, все, конца нет радости. В Америку полный комплект этих книг, мы считаем, да как можно это не знать? Я знаю просто цену. Один сектант напал и говорит, и вы говорите, книги возрождающие действия. А я думал, Библия возрождающие действия. Я отсюда начал молиться и увидел вот то, что сверх того потратите. В каждом томе, вот здесь вот, 3000 выдержек из Библии. Тебе не по глазам это было? Так святые отцы, они у меня все здесь. Их не надо нигде искать. Все. Игнатий Брещанина, Пиафан Затворник, Златоуст Непрерывный, Игнатий Богоносец. Пастырь Ерма даже здесь все есть. Все. Но применимо к сегодняшним дням. А вот это самое важное. Если Господь благословит, ну, кто думал, ко крещению, вы усильте. Больше, чтобы знали. Посмотрите, какие вопросы, чтобы не было потом огорчения.
У нас были, кого-то не допускали, а потом они благодарили, что их не допустили. Так это на Настя-то, Кобелева фамилия, она говорит, я не выхожу сейчас, все время где-то она уехала и здесь. Ну, на крещение, видимо, может даже приехать. То есть работа идет очень и очень далеко. Вот он приехал, Мурманске. Человек военный, говорили с ним. Ну, конечно, военные меня не похвалят, что семя пало на благодатную почву. Видите как? А то, а кормили. А что вы не говорите? Кормили-то, когда уверовал, и этот Лонгин, который у креста стоял-то, он сразу подал на гражданку, вот как он подал рапорт об увольнении, и все. Дальше-то жития-то говорит. А люди скрывают это. Они военные были, воевали. Не было этого у них. Если какие-то другие, тогда вопрос иначе ставить надо. Везде нужно доводить до конца разговор. И вот они там спорят между собой, я сказал, там Проханов где-то, ни одного верующего нет. Если бы был настоящий верующий, то сказал бы, справедливости на земле нет. И так как нет справедливости, Златоуст говорит, это самый лучший довод, что будет страшный суд. Совесть говорит, неправильно это делается. Почему Чубайс захватил все это, и ни смерть, ни болезнь его не касаются? Почему он ненавидит Достоевского, зубами бы разорвал, а у него зубы целые? А ты не суди так, ты помолись о нем, его Анатолий звать. И впереди у него еще самые, говорит, самые большие изменения у него будут. Самые большие. Нам Бог дал одно. Молиться и благословлять врагов. А справедливости раз нет, значит, где-то она должна быть, раз Бог-то справедливый. Где она будет? А до смерти ее не было. Кости его напоены жиром. Детишки его как телята прыгают. На войне его нет. Детей он отмазал от военной службы. В Чечню не послали. Значит, несправедливого Абрамовича эти миллиарды. А это, говорит, будет страшный суд. Там справедливость воссияет. По полной программе. И это Иоанн Златоуст говорит. И поэтому, где несправедливость, ты воздай Богу хвалу. И скажи, да, еще раз я убеждаюсь, Господи, нет справедливости на земле. И за нее бороться нам не дано, а дано одно. Людям дать шанс познакомиться со Христом. Со Христом. На меня навалились, это от Даниила Сысоева было, там такой есть Царионов. Царионов. И вот он НТО взял себе. Что такое НТО? И никто не знает, а я тут же расшифровал. НТО. А есть НЛО. Что? Неопознанный летающий объект. А это неопознанный НТО. Неопознанный темный объект. И все. И они там везде, где он бывает, везде драки устраивают за православие, то другое. И вышли они на меня. Это и там, где Данил Сысоев, из его храма это идет. Из его. Еще и с него Бог может спросить. Это активисты там и разными-разными. Ходит он в редакции с кирпичом. А зачем кирпич? А где, если там что-то такое, окна бить, витрины? Мусульмане, он там нападает на них. Ясно дело, ему желают 10 лет жизни немногие, но, говорит, вряд ли он доживет. И главное, это все везде они под епископы, епископы, епископы. И на меня вышли здесь. И когда вышли, я вижу, хамят ужасно просто. И я взял, отошел, закрыл, а они не выключили. И дальше, что они говорят, меня поносят. А они думают, что выключено, а я как будто среди них сижу. Это сектант, это то другое. Наговорились они, видно, утихли, обедать пошли. И вдруг вчера выходит ролик «Крах НТО». Поднялись на него вся патриархия. Выступает Дворкин, выступает митрополит. По порядку все собрали и показывают псевдоправославная секта НТО и показывают эти кадры, где они врываются, где бьют, где ругаются, где там шамани бубины, что-то везде тянут, это медитируют. И показано все. А мне что нужно было? Его звать Дмитрий. Видите, у меня совершенно другой взгляд. Они на меня напали, а я тогда стал искать везде, где он выступал. И нашел, у него много хорошего. У него имя одно провокатор. Это Поп Гапон. Как он причащается, показывает. Я это вижу, но я вижу другое. У него есть талант. Он молодой, ассирийец или кто, 20, кажется, 5 лет. Я о нем стал молиться каждый день. Дмитрий. Смирнов Дмитрий, это Дмитрий. Господи, да сохрани ты его. Он схватился с Кураевым. Ну, явно, что другая весовая категория. Кураев как нарезал ему по полной программе. То есть, то он никто. Ему надо лечиться у психиатра и от наркозависимости. Ну, на Кураева где-то. А у меня с Кураевым хорошие отношения. Я пока не выступил,
призвать на помощь, вас призову, чтобы помолились о нем. Я вспомнил один фильм, смотрел, идет гражданская война где-то около Иркутска. И среди белых, какой-то там банды, ну банда, это отряд, для красных это банда. Мальчишка лет 16, вот такой вот, совсем юноша. И везде красных долбит, разбивают, как будто их нету. И наконец устроили засаду, через предателей его поймали. Ну поймали, что к стенке. И только один нашел, да такой-то талант, да нам бы перенести-то сюда, для красной-то армии. Вышел Давид и поразил Голиафа в лоб. А Ян затронул, говорит, а хорошо бы, если Голиафа потом переманил к себе, ну, убедил его и против послал бы его. А у мертвого лежит кому груда мяса. Вот что надо делать. И этого Дмитрия, это Сорионов его, я еще раз посмотрел. Мне нельзя выступить никак. Все знают, что он меня там клеймил и из секты, и что. А для меня, как говорится, с гуся вода. Я увидел у него таланты. И вот один выступает. Почему я ненавижу 5 причин НТО? Новые ролики сразу появились против него. А я тогда говорил, что он делает, и провокатором назвал его, и все. То есть еще в марте месяце прошлого года. Первое, я его ненавижу за то, что он борется против геев. Ему награду давать надо за это. Гомосексуалиста против садомитов. Дальше. Он всюду и везде расклеивает, там выходит против абортов. Да ему награду за это надо давать. И везде, где 5 причин выставляет ненависти, все это христианские постулаты. И ни одного нет обвинения, что он неправильно где-то дрался там и прочее. Ну, он за это должен понести наказание. За его вызывающее такое поведение. А перед этим Дмитрий Смирнов сидит и улыбается. Говорит, сейчас никого нигде нету. А то и все. И я сразу вспомнил. На моей книге, вот на эти вот, в разных епархиях собраны центрские отделы. И вдруг говорят, вашими книгами и вами занялась Почаева, центр православия. Затребованную с какой-то там монастыря профессора, там кто есть, сейчас усиленно занимается вашими книгами. И фамилии называть можем, кто занимается. То есть человек, видимо, из их среды, и мне сообщает. Ну, я проходит уже полгода, я говорю, ну да и что дальше-то? А ничего, не все заглохло. Везде. Я говорю, а почему же они выступают? Ответ, а что они, говорят, самоубийцы разве? Лучшее доказательство, что мы не сектанты, лучше то, что местный архиерей, теперь он митрополит, дай ему Бог большой мудрости и жизни, Сергий Иванников. А с теретиками, если он сложит, его сразу отучать надо, снимать с него сам. Если мы раскольники, он едет туда со своим хором, с Покровского собора, со священниками, его сразу нужно снимать с должности. Явно, что вы не знаете, а он-то знает. А я взял, написал письмо патриарху и ему. И вчера пришло уведомление, что письма, ну, может быть, не здесь же оторвали-то. Значит, дошли эти письма-то. Я патриарху говорю, сколько у вас горести, кого вы наставили? Я хочу подсластить вашу жизнь, патриарху. Говорю, ну, что вы обрадовали нас, трудный регион такой Алтай, такого дали архиерея, где... Ненормальные наши отношения, они в нормальную колею вошли. Значит, о нас там знали, о нас говорили. И уже, когда он в прошлый раз был, в прошлом году, то сказал, мы, слово мы, мне непонятно кто, но думаю, не ниже его. А обычно они о нас разговоры идут с патриархом. Ни худо, ни бедно. И сказали, говорит, пусть остаются как есть. В многообразии особо милость Божия и благодать проявляется. Вот наш путь, который пошли, это то, что я говорил в самом начале. Мы против всякого объединения, но акта канонического признания мы всегда признавали благодатной Московскую патриархию. Но никаких объединений быть не может. Но если решение примет там, где батюшка ездил, собор, там все зарубежи, мы подчинимся. Подчинимся и так этим путем пошли, золотой серединой. И мы только две общины, которые пошли этим путем. Все растворились в каких-то отрожках, кто к кому прильнули. Все на первом месте непризнание благодатности Московской патриархии. А мы тогда признавали, и сейчас признаем. И служащий у нас, диакон восклицает, ну, здравия, поет патриарху Кириллу, митрополиту Илариону и дальше епископу Сергию. Вот почему так? Потому что мы молились, и Бог указал нам этот путь. Никакого злословия, ни патриарха, нигде. Но неправильно поступает, мы должны сказать. Вот если уже не надо нам ради добрых отношений сохранить неправду. Вот я уезжаю, каждый год прощаюсь. Может быть, я с вами уже никогда не увижусь. Я уезжаю, у меня планы такие. Вот. Нашелся, который Николаю замена. Даже не видел, когда он вышел-то.
тоже дальнобойщик. Николай, он знает. Марьясов Александр едет, вам замена. Вы тут, где мужа, все время, чтобы был на телефоне. С вами посоветуется, что случится. Дальше остаются двое. Виктор и я. Кто-то один, нас трое было. Виктор или я должен быть, один из нас должен ехать. Но мне всюду, прямо с разных концов, малознакомые люди по интернету, не ездите, вы не вернетесь. Не ездите, вы не вернетесь, вы не имеете права рисковать. У меня с позвоночником не ладно, я утром едва сползаю. Ну, операция, три грыжи, еще спрашивают-то. Но если Виктор не поедет, дальше Сергей, мы договорились уже, едешь с собакой, нам нужно ехать. Сергей, я твердо держу. А запасным у нас? Валерон. Валерий Сергеевич. Ну? А, запасной-то вместо кого? Вместо меня, может быть. Или что-то, кто-то заболеет. Ну как, у космонавта бывает. На контроле кто-то есть, дублер. Один у нас есть, самый главный. Теперь второй желательно, чтобы был шофер. Но ну, просто нет. Ну, выбора-то нету, я или Виктор. Второй это Виктор должен быть. Помолитесь о нем. Ну это скромочки меня помяните. Если он не поедет, еду я. Уже думает, какую люльку связать, как меня спутать и как вести связанного. Лишь бы я там был, потому что хозяин, автор, и это тоже разница большая есть. Я благодарю Вадима, он мне нужно было для ящиков, он помог. Картоны привез, готовые ящики уже на 50, как есть. Кому не обращусь, все помогают. Со средствами сообщили с одного места, средства будут. Берут, ну, обеспечат нашу... вашу или как поездку. Вот у меня две главные сейчас задачи. Это по лагерю наладить, и летом я хотел заняться прудом, который около храма. Я очень сильно недоволен. И батюшке это высказал. Сколько выкопали, я пригнал технику, заглохло. Сколько воды заходит, уходит. Пальцем не прикоснулись за 15 лет. А там можно сделать... Плотину еще поднять на 1,5–2 метра позволяет, только засыпать где-то. Там ведрами китайцы бы сделали, забетонировать стек, ну и все остальное. Теперь разводи рыбу, а он промерзает. И хочу заняться этим. Конечно, мой выговор для них горе, но и мешаться никто под ногами зато не будет. Поэтому, Андрюша, если Господь положит на сердце, я тебя не зову ничего, нам у нас не принято вербовать и звать, но... Мы тебя уже узнали, и отказа не будет. И без работы ты сидеть не будешь, будешь пахать. Это деревья корчевать, там пилить, насыпь таскать, глину бетонировать. Ну и ты молодой, тебе как раз это будет, то, что доктор подписал. Так, я уезжаю. Есть огорченный мною кто-то, у кого я прошу прощения, я у всех прошу. Если есть кто. О, Мария моя-то, и мы у нее были. Какая радостная встреча, мы записали и выставили. У болящей Марии Яковлевны. Так люди как радуются. Так, у меня к вам слово через Виктора Андреевича. Он каждый раз вам говорит о вечернем, субботнем где-то. Это легко входит в привычку. Не пришел раз один? Не пришел. Раиса Николаевна-то какая? Она приходит, посмотрите. Слепая, больная, старая, издерганная. И она приходит. Находите время. У нас считаются проповеди. Придет время, будем тогда искать. А уж про воскресенье говорить не надо. Ну где кое-кто? Где Зоя Шубина? Может, говорили, придет, не придет. Вот. Некоторых вообще не, долго нету. Я уезжаю и наказ, с кем уже разговаривал. Не стойте здесь в коридоре. Вот у нас пример, два брата сидят. Их соглашенными не выводят. Почему? Да и крупным планом, какие у них бороды. Они получили это от отца, от матери, эту веру. Они держатся ее. И за ними никаких нет. Такие же товарищи ваши, вот они, ваш сын Никита, вот они в коридоре стоят. А почему? Такие же ребята. Где-то упущение было, а вы с ними поговорите. Может быть, они вас лучше послушают. И не, это учатся в университете. Маленький оборотка. Этот военный человек, военный. Посмотрите. И какая оборотка-то? И он услышал мне. Ты когда перестал бриться-то? С какого времени? Ну, да, месяца 2 или 3 назад. Вот так. Ну, услышал, поехал. Поэтому... Упование на Бога открывает двери для новых благодати. Повторите ваше имя, спрашивают все, что не поняли. Имя Андрей. Андрей.
Андрей Сергеевич. Он никогда голодный не будет. У него фамилия кормящая. Ложкин. Ложкин. У нас в ВВД был подполковник, это Сметанин. А прихожанка Колбаскина. А уж Хлебников это везде. То есть вкусные такие фамилии. А Володя у нас это приходит, Пенкин, вот только сверху собирает. Вот так. Кто не знает происхождение моей фамилии, я напомню вам. Некоторые начинают, а это Лапа у волка. Лапкин и Лапкин это разные фамилии. Лапка это у птички бывает. А почему фамилия? Это тетка рассказала. Когда фамилии-то давали, а это не так и давно, там, ну, сколько, 100 лет, допустим, 150. Без фамилии жили, дворовые, там, щиты они есть. А он был писарь волосной. И у него был почерк каллиграфический. Такие люди получали просто, ему, говорят, только на деньгах расписывать. А раньше на деньгах была подпись главного кассира банка российского. И люди приходили, он знал закон, видимо, маленько что-то адвокатское было, и он писал жалобы. Его высчитывали по почерку, так он писал ногой. Жалобу писал ногой, зажимал, но не, это есть люди, которые это делают так-то. И его прозвали Лапка. А когда пришло время фамилии давать, ему по прозвищу дали фамилию. Вот никогда не догадаешься, от чего происходит фамилия. Так, Галя, что-то хочешь сказать? Я хочу, у меня про лагерь-то мысль колотится. Вот Андрюша выявил желание отвезти ребятишек. Вот в среду с вашей газелью, и он, я сейчас все спросила, он может взять 6 детей. Кто это? Андрей. Головач Андрей. Так сколько человек? 6. Андрюша. У вас сколько там свободных? Это в среду мы должны быть здесь 7:30. А у вас сколько свободных мест? 7:30 загрузился. Обслуживать кто поедет? Мест у вас. Мест сколько? Твоих сколько? Моих 3 поедет. И плюс я, возможно. Возможно. Вот считай 4. Так, Настя, сколько у тебя? 3 точно, один и лежит еще в больнице. И Ксюша. А что с ним? Ну, Еня в больнице еще. У вас в «Газели» сколько мест есть, да, или нет совсем? У нас семиместная, она шофер. Вот шофер и 6 мест. 4 места. Надежда Васильевна может не брать. Она пробивная, она найдет где-то, со сметанниками может уехать. Мне главное вести первый лагерь. Сегодня мы идем к встрече памятнику Пушкина, 3 часа, кто звонил местное. Так, Сергей Пупков, просьба к тебе проехать по всем этим редакциям, нигде мы не напечатали, кроме вечернего Барнаула, да напечатали телефон Татьянин с ошибкой еще. Последняя не 7, а 8. Это мне позвонили. Да ладно, у нас несколько телефонов. Проехать снова свободный курс и там Пургин, который генеральный-то, и сказать от меня, он сразу откроет дверь. Это очень и очень близкий нам человек. Он только на издание вот этих книг мне помог больше 220 тысяч на фотовыводах. Про него что говорят, меня не касается. Для меня это чрезвычайно хороший, и всегда он поможет. Чтобы напечатал, и несколько раз. В понедельник же банк поедете, проедем, давайте еще раз. Ну, надо что-то подумать. И в «Алтайской правде» там сменилось руководство, и дать не напечатали. Вечерний Барнаул один, а который там купи город, ни одного звонка нету. Кто-то там наверху, в Барнауле, кто-то развешивал объявление, и по нему позвонил один звонок. Кто там развешивал? Наверху где? На горе? Да. Ну я вешал, он там еще кто-то вешал, кроме меня. Ну вот, значит так, уже результат. Наберите сейчас больше, вот они лежат, где здесь у нас не разобрали. И постарайтесь еще, говорите, чтобы было людям известно. Люди не знают, почему вы о себе не даете знать, а как я так знаю? Так, кто хотел бы в лагере поработать? Еще раз. Ну я поеду. Поедешь? Возможно. Но я буду уезжать, Игнат Тихонович. Я не на постоянное время, я буду уезжать через неделю. Понедельно, вахтовым методом. Понедельно. Сестры, пожалуйста, приезжайте. Но ведь дома тоже что-то делаете. Я буду с вами, но не будет нам скучно. Сильно тяжело, я вас отпущу поспать. Так. Пойдете полежать. Мы Игнатий Хача уговорим. Ну, пожалуйста, приезжайте кто-нибудь. Ну что, вот сейчас вот братья, у меня, понимаете, ситуация какая? Ливия вчера подвернула ногу. Связку она потянула, ходить не может. Я не знаю, теперь поеду я сама или нет. Тогда детей не собирай. Вот тогда идите, да, я совершенно с вами согласна. Тогда и детей не надо собирать, поскольку кто там будет? Витя? Володя и Никита?
Хороша гвардия. Кто собирается? Ну-ка, воспитает. Дело не в воспитании, а в обслуге. Кушать кто будет готовить? Братьев там тоже работы хватает. Кто может поехать вот буквально в среду? Лес рук. Так, хорошо, маленькое объявление. Замысел у меня такой, в следующее воскресенье, чтобы наши братья на нашей газели выехали в клочки. Выехали до Евгенина Жовнерова, до богослужения хотя бы ну, минут за 20, чтобы они там были-то. И все это снимать. И как молятся, и как подходят, а это на улице, там никто не запретит. Нужно оставить документ. Потому что через это может начаться где-то что-то, какое-то движение. Потому что священник, который нас там всячески клеймил, развешивал объявление, теперь его епархия давит, что перестаньте ее, чтобы она была в храме. Ее архиерей благословил, а он уперся на своем. А него только он больной. Ну, значит, что? Психически ненормальные патриархии священники, мы так думать не можем. Это надо все будет заснять. Помолитесь, сумеем мы это сделать или нет? Нину Жовнерову предупредить, Виктор Андреевич, об этом замысле. Мы сегодня позвоним. На занятие позвоним, созвонимся. Так, ко мне еще раз говорю, какие вопросы, претензии, чтобы я попросил прощения. Бог простит. Когда я уйду, тогда чтобы за глаза не говорили, потому что это бесполезно будет. Кроме греха ничего там нет. Пока не поздно, говорите. А то я доберу. Чтобы не было опять театра одного актера. Ну, кого нет, тоже им передайте. Я принимаю все жалобы. Мне по-другому нельзя. 10-го вот я уезжаю, мне будет 76, ровно 76. Так что тут многое, многое, да. 9 добавьте, и уже будет 85. Все, отошел. Какие еще вопросы, Татьяна Кузьминична? На болящих мы всех? Все присмотрены? Наши болящие. Таня, поехали на неделю. На окно записывать. Еще? Кто? Михаил Андреевич, я забыл. Да? Забыл. Мы посетили Галину Немцову, которая у нас, Галина Васильевна. Она небольшого роста ходит. У нее трудные кардиологические там какие-то. Очень опасное у нее здоровье. У нее, похоже, никого родственников нет. Но у нас есть люди из патриархии, у которых нет квартиры. Побеседовали с ней, она кто-то за ней когда-то ухаживал, где-то она решила делить на три части дом, завещание-то. Мы настаиваем, что не надо на три части, это деньги, людям дадут деньги, они живут, они никакой роли не играют. У людей негде жить. Я был, она согласилась, я за дверью, она опять против. Вот, Людмила Степановна, да, так? Да. Помолиться, чтобы Бог смирил ее сердце. И потом у нее кошек там табу. Чтобы как-то Бог развеял. У меня бабки впадает в такое-то кошачий маразм. Чтобы она когда выйдет и как-то сделает. Надежду Васильевну просто не выпускать, пока не утрясет вопрос. Вызвать нотариуса. Она согласна, что подписала. Повторяю, люди не нашего круга, из патриархии. Но они нуждаются. Она работает в патриархии. Жена его. Надо, чтобы она их хотя бы знала. Она знает, они приходят, все ремонтируют и навещают каждый день. Она этого пока не знала. Вчера. Еще вопросы какие? Пожелания, благодарения. Ну, дальнейшая программа известна. Благодарение Богу, песнопение, трапеза и занятия. Достойно есть яко истину, блажите тя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебе величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно,
пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аккуратней. Я еще один купила, я сейчас доверю. Я знаю, я еще скажу. Это у меня есть, я все не знаю. Ну сейчас выходит. Миша, подожди, Николай, мужчина, делай. Передайте Николаю ключи. Миша, подойди сюда, потом поговоришь. Сергей, подойди сюда, поближе, потом поговоришь, не уходи. Лиди. Вот это вот аппарат, который принадлежит Глушко, он у нас. Мы свои забираем, вы на нем будете снимать. Витя, ты сейчас покажи, как он работает, чтобы нормально было. Давай, все.